Привет, это Сергей Черняк, Берлин Мобилен. И я сегодня хотел поговорить коротко с вами о приеме в вашу арендуемую квартиру беженцев с Украины или любой другой страны. И ходит много слухов о том, что якобы для этой цели есть послабление, и можно принимать беженцев неограниченно у себя в арендованной квартире. Ответ – нет, нет и нет. По немецкому закону вы без согласия квартировладельца имеете право принимать у себя гостей в зависимости от федеральной земли максимум на срок до 6, 7 или 8 недель. Любой прием гостей свыше этого срока требует письменного согласия квартировладельца. Будьте, пожалуйста, осторожны, заботьтесь о получении необходимых разрешений. В противном случае это может послужить поводом для срочного прекращения договора аренды с вами. Задавайте вопросы, оставайтесь с нами. Пока.